прошел презентацию, презентацию компании Access, команды Игорь Козлов Team. И меня зовут Игорь Козлов. Сегодня посредством провожу презентацию я. Поэтому еще раз всех приветствую, усаживайтесь поудобнее. И сегодня мы посмотрим, как же можно зарабатывать в Access. Ну, сейчас мы посмотрим всю нашу программу. Но, знаете, перед тем, как мы пойдем дальше, нужно сказать буквально несколько слов, что с каждым днем Access возвращается в свой прежний режим, ну, как многие считают, скажем так. Хотя это не совсем, наверное, правильно так считать, потому что принцип Access один и тот же. Чем больше товарооборот, тем больше мы зарабатываем. Многие почему-то считают, что именно выплата by payment, а мой партнер понимает, о чем я говорю, считается самым главным, хотя, конечно, это наши деньги. Вот. Но, тем не менее, или скажем, хорошо, что выплаты по payment'ам растут. Вот. Если где-то бывают спады, то некоторые люди почему-то впадают в панику. Вот. Но нужно понимать, что деньги распределяются пропорционально товарообороту. Поэтому чем больше будет товарооборот, тем больше мы все будем зарабатывать ежедневно. Вот. Поэтому мы должны просто сегодня ориентироваться на китайских партнеров, на те команды, где люди зарабатывают просто сумасшедшие деньги. Поэтому абсолютно не важно, кто, что и как понимает или нет, понимает, о чем идет речь, но китайские партнеры зарабатывают сегодня 5, 10, 20 тысяч долларов в день и более. 5, 10, 15, 20, 25 тысяч долларов в день с компанией Access по тому же самому маркетинг-плану и все то, о чем мы сегодня говорим. Поэтому, кто находит для себя время, еще раз освежить, я имею в виду стареньких, освежить понятие Access, это, конечно, хорошо. Если приходят новые гости, тоже хорошо. Все те, кто хочет в самой легальной компании зарабатывать деньги. Вот такое небольшое вступление хочу я сделать. И еще одна мысль, которую, наверное, стоит сегодня проговорить. Так же, как и на каждой презентации, я стараюсь что-то новенькое, какую-то свежую мысль внести в наше сознание. Так вот, прогресс, который сегодня происходит во всем мире, конечно, это научно-технический прогресс, когда роботы заменяют людей и так далее. Поэтому ученые сегодня говорят, что уже в ближайшие 5-7 лет произойдут просто невероятные преобразования в области того, что огромное количество профессий просто, скажем так, утилизировано. То есть они просто будут не нужны, что даже сотрудники милиции, и даже многие, и очень-очень многие, особенно это касается всего, что связано с секретарей и так далее, все, где может заменить компьютер и сделать эту работу еще более точной и более надежной. Вот. Поэтому огромное количество профессий просто перестанет существовать уже к 2020 году. И поэтому вот в этой связи я так думаю, что именно сетевой маркетинг является очень важной профессией для всех тех, кто понимает, о чем идет речь. То есть сетевой маркетинг – это та профессия, которую в конечном итоге невозможно заменить, потому что мы работаем… Хотя, конечно, технологии, цифровые технологии, страницы захвата, все это, конечно, хорошо, но мы с вами прекрасно понимаем, человеческий фактор играет очень большую роль. В частности, многие люди говорят, ну ты почему сюда пришел? И очень многие люди, кстати, идут не на маркетинг, не на компанию, они идут на тех людей, с которыми общаются, потому что уважают их, потому что видят достижения, как они зарабатывают деньги, что они зарабатывают, сколько они зарабатывают. Ну, просто потому что люди нормальные, и они хотят иметь дело с нормальными людьми, но, конечно, очень важен личный показатель, что люди зарабатывают, и люди присоединяются, идут на людей. Ну, есть несколько категорий, кто-то идет на людей, кто-то на компанию, кто-то на продукт, кто-то
на маркетинг-план, но неважно, почему люди сюда приходят вообще в сетевую индустрию, самое главное, что это профессия будущего. Почему профессия? Ну, потому что нужно быть профессионалом своего дела, нужно понимать, о чем идет речь, нужно знать аксиомы этого бизнеса, поэтому никогда не поздно расширить свои знания для того, чтобы не совершать тех ошибок, которые делают дилетанты или люди, которые считают себя профессионалами, наверное, да, в интернете просто, ну, просто непонятно, о чем многие люди говорят, но это, скажем так, тема другого нашего занятия. Хорошо, друзья, ну, давайте посмотрим с вами, что же такое компания Access. Вот я говорю, что Access на сегодняшний день это как солнце, буквально как солнце, которое светит в интернете и стало родоначальницей очень многих компаний, которые попытались скопировать маркетинг-план Access, то есть клоны склонировали компанию, но у них, к сожалению, ничего не получилось, или к счастью для нас, потому что Access жив, живет и будет жить, и сегодня это самая легальная компания в интернете, об этом мы с вами поговорим на следующих наших слайдах. Итак, план нашей встречи следующий. Мы поговорим о легальности Access, почему же все-таки Access, выгоды маркетинг-плана, формула успеха в Access, стратегия успеха, что для этого нужно сделать, для того, чтобы добиться вот этого самого успеха, ну и возможности, что же можно вообще зарабатывать, и мы посмотрим с вами, что делают китайские партнеры. Конечно, нужно сказать пару слов о Стиве Реннере, а создатели этой уникальной программы в течение 10 лет. Стив Реннер работал над маркетинг-планом, консультировался у специалистов. Стив Реннер, слева ближе к нам, вы видите этого человека, в течение вот этих последних 10 лет, перед тем, как запустилась компания Access, компания называлась Anet Global, и уже в то время, Intermark Corporation, вернее, они уже предоставляли хостинг услуги, рекламные услуги в интернете, а Стив Реннер проводил курсы по созданию миллионеров. У меня на старых слайдах даже были картинки, где Стив Реннер приглашал людей и делал из них миллионеров, долларовых миллионеров, потому что показывал им какие-то важные вещи на этих курсах. Но самое главное, что в какой-то момент Стив принял решение запустить всю эту программу по сетевому маркетингу. И сегодня для Стива Реннера, так же как и для президента Access нашей поисковой системы Боба Кинселла, с правой стороны, вы видите этого человека. Вот. Сегодня для этих людей Access – это смысл всей жизни, потому что они занимаются только Access и хотят этот бизнес передать детям. Я так думаю, что компания Access переживет нас с вами. Кто-то скажет: Игорь, ну почему вы об этом говорите? Ну, в первую очередь, потому что в интернете сегодня мы знаем огромное количество компаний, которые выдают себя за легальные, но люди продолжают терять деньги. И, конечно, понять, о чем идет речь, многим людям не хватает опыта. Вот. И поэтому, друзья, мы должны, ну, скажем так, максимально участвовать в легальных программах. Я не говорю, что нужно быть вот преданными Access на 100%, вообще все бросить, хотя, может быть, это, конечно, имеет смысл. Многие имеют несколько бизнесов, это тоже совершенно нормально. И вот я говорю, что одной из самых легальнейших компаний на сегодняшний день является именно компания Access. Если кому-то плохо видно или какая-то неправильная заставка, просто выйдите и зайдите еще раз, хорошо? Вот. И поэтому, друзья, мы должны просто понимать, что Access – это одна из самых легальнейших компаний, даже не просто одна из самых, это просто, наверное, самая легальная компания в интернете. Почему? Очень просто. Компания прошла проверку
в Америке в течение 5 месяцев продолжалась эта проверка. Компания была полностью закрыта. И вот что интересно, что многие люди в то время, поскольку я все это пережил, но лично я, точно так, как и многие другие партнеры, наши партнеры, которые сегодня активно работают, в это время люди просились, можете себе представить, люди говорят, а как можно сделать оплату? Мы говорим, ну нельзя сделать оплату, потому что все закрыто, все, хотя оплату можно было сделать на самом деле. Вот. Но мы говорили, что, наверное, не нужно это делать, давайте подождем. И знаете, что происходило? Люди все равно находили пути, смотрели в бэк-офисе, как это можно сделать, и сами проплачивали. Вот. И я думаю, что никто еще не пожалел. Не пожалел, что вошел в компанию, абсолютно все зарабатывают, все получают деньги. И когда вот в других программах люди теряли деньги, а жили за счет начислений в Эксес, причем на полном автопилоте. Поэтому компания легальная, прошла проверку, платит налоги, а с Питером Волдом я знаком лично, когда был в Америке, в Миннеаполисе, я посетил офис по приглашению компании. Вот, спасибо, очень интересная встреча, очень доброжелательные люди, как в компании, так и на улице. Я общался с американцами в разных местах. Я вам скажу, очень, очень понравилось очень многое. То есть внешняя политика, скажем так, внешняя политика Америки не имеет, наверное, ничего общего с народом, потому что все люди хотят одного, хотят нормальной жизни, семейного счастья и так далее. Вот именно в этом офисе в Миннеаполисе я был, вот там мы с Бобом Кинсело и утром, и вечером после ресторана, то есть мы и работали, и отдыхали, это было очень интересно. Причем прием, который мне и Семену, все вы знаете Семена Розенберга, мы были вместе, и тот прием, который мы получили от компании, конечно, на самом высшем уровне, в самой фешенебельной гостинице, все было оплачено, точно так, как и время полностью было посвящено нам. То есть спасибо руководству, но самое главное, к чему я все это говорю, что руководители компании это совершенно конкретные живые люди, для которых компания Эксес, еще раз повторюсь, является смыслом жизни. Второй офис находится в Силиконовой долине, там, где Google, там, где все другие монстры интернет-бизнеса, а также не только интернет, но и всемирно известные компании. И вот сегодня в этом месте присутствует компания Эксес. Здесь программисты создают новые продукты, которые в самое ближайшее время увидят свет, и это еще более усилит нашу деятельность и все, что происходит в Эксес. Поэтому вот именно сегодня нужно включаться в работу. Кто-то скажет, ой, а мне не хватает продуктов, чуть позже мы поговорим с вами об этом. Но вот именно сегодня, вот пока еще не хватает, вот нужно заходить в компанию. Знаете, когда все есть, когда все работает и все хорошо, обычно говорят, что ну, уже поздно заходить, так как основная активная масса уже зашла. Но принцип один и тот же. Чем раньше ты заходишь, тем больше поле деятельности, хотя, конечно, людей немерено. Если кто-то считает, что уже поздно зайти, то, конечно, ничего не поздно. Бизнес Эксес только начинается и даже начнется еще позже. Компания считает, что бизнес начнется с того самого момента, когда компания выйдет на биржу. Сейчас, одну секундочку. У вас слайды меняются, что ли, да? Скажите, у всех меняются слайды или только у Заура? Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого все хорошо. Плюсики поставьте, пожалуйста, чтобы я знал, что все хорошо, что вы нормально видите сейчас слайд биржи, вот у Игоря отменяется. Значит, вам нужно просто перезайти. То есть у большинства людей все нормально. Я первый раз слышу, чтобы слайды сами по себе менялись. Хорошо, спасибо. Вот. Так вот, в
В самое ближайшее время компания выйдет на биржу, и на самом деле именно компания Access говорит, что по-настоящему мы сделаем старт вот именно когда компания выйдет на биржу, и вот именно с этого момента начнется, скажем так, победоносное шествие компании на пути к тому, чтобы догнать Google. Вот так. Google потребовалось 10 лет, а компания на сегодняшний день только 5 лет, поэтому у нас есть еще 5 лет для того, чтобы повторить успех Google. В чем же разница, спросите вы? Ну, потому что у нас есть некоторые преимущества, о которых мы с вами сейчас будем говорить. Служба поддержки работает сегодня на 8 языках, поэтому вы всегда можете либо позвонить, либо написать письмо в компанию из вашего бэк-офиса, и вы всегда получите ответ на русском языке. Давайте посмотрим на факты. В 2012 году компания сделала товарооборот в 98 миллионов долларов. В прошлом году 250 миллионов, и в этом году компания планирует создать 1 миллиард товарооборота. Но я думаю, что эти цифры занижены и, наверное, будет больше. Смотрите, январь только начался, мы видим, какой сегодня мощный рост. Пожалуйста, зайдите в Алексу, посмотрите, что происходит. Главное, что мы видим этот бизнес, в отличие от многих, конечно, людей, гостей, партнеров, мы этот бизнес видим изнутри, плюс к этому у нас есть возможность общения в офисе с менеджерами и так далее, и так далее. И поэтому мы прекрасно понимаем, что Access будет очень мощной компанией в ближайшее время, будут очень большие начисления, то есть все это ожидается. Мы уже сегодня приходим почти к тем же показателям, догоняем показатели того времени, когда компанию закрыли, и она ушла на проверку. И поэтому я говорю, что именно сейчас, вот именно то время, когда нужно обратить внимание на Access и задать себе простой вопрос. Какое место занимает эта компания или может занять компания в вашем бизнесе, в вашей судьбе, в вашей жизни? Компания работает в области рекламы в интернете. Это сегодня 1,5 триллиона долларов индустрия. Эта цифра будет постоянно расти, потому что, друзья, реклама нужна абсолютно всем. А цель Access — стать первым провайдером интернет-услуг, интернет-рекламы, интернет-услуг для малого бизнеса, для малого и среднего бизнеса по всему миру. Другими словами, догнать и перегнать Google. Ну, кто-то скажет: Игорь, ну, вот вы опять Google, вот куда не зайдешь, и все Google, Facebook, YouTube и так далее. Как эти компании можно повторить? Конечно же, все, что мы говорим на нашей презентации, это не пустые слова. Давайте посмотрим, в чем же заключается отличие компании Access от всего того, что есть на рынке, и преимущества. В частности, продукта, потом мы с вами поговорим о маркетинг-плане. Вот что происходит в Access? Что происходит в Google? За счет чего Google зарабатывает деньги? Фактически, основные деньги приходят от текстовой рекламы. Вот видите, вот эти компании, которые особенно в розовой рамке, первые три компании на основной странице платят очень большие деньги, чтобы здесь находиться. Почему они здесь находятся? Кто-то задает поисковое слово, и выскакивают первые три компании, которые платят очень большие суммы, очень большие, огромные, для того, чтобы здесь постоянно находиться. Когда у компании бюджет заканчивается, приходят другие и вытесняют этих людей. Все остальные находятся на более или менее нормальной раскрутке, которая при помощи определенной SEO-оптимизации выходят на первые странички. Почему же на первые места? Почему же все хотят здесь присутствовать, точно так же, как и вот эти люди, которые платят за поисковые слова определенные деньги и оказываются с правой стороны? Потому что все хотят создать товарооборот. Все это так просто кажется, вот такая простая идея,
помогла Google зарабатывать, ну, просто сумасшедшие деньги в интернете, при том иметь огромную комиссию, огромный штат сотрудников, которые вынуждены обрабатывать все эти запросы, принимать от людей деньги и так далее, следить за тем, чтобы все это работало. И, конечно, Google это ориентир, Google это, как знаете, как маяк своего рода, тот маяк, на который, конечно, нужно ориентироваться по стабильности работы, ну и так далее, все, что с этим связано. Но обратите внимание, что все остальные приложения – это уже дополнение. Самый главный продукт – это текстовая реклама. Хорошо, с этим все понятно, все хотят быть на первых местах, а что предлагает AdSense? Ну да, вот мы видим, что в Google мы что делаем? Мы тратим деньги. Да? То есть все, кто хотят давать рекламу, мы тратим деньги. А что же происходит в AdSense? А в AdSense происходит то же самое. Та же самая текстовая реклама, то, как бы на первый взгляд, то же самое в нашей поисковой системе. AdSense – это поисковая система, и компания была переименована сами Global в AdSense, потому что AdSense будет идти на биржу, раскручиваться как марка и так далее, для того, чтобы выйти на первые места и догнать вот всех этих монстров, которые сегодня находятся впереди. Так в чем же разница? Разница заключается в том, друзья, что мы можем в AdSense сэкономить огромное количество денег. Если мы сотрудничаем с AdSense, мы имеем с вами возможность, заплатив за рекламу, получить деньги назад, раз. И со второй стороны, мы можем с вами зарабатывать рекламу, просматривая сайты других людей, и при помощи iCredit'ов потом расплачиваться за размещение рекламы. Вот такое маленькое преимущество, но я вам скажу, что уже в ближайшее время, когда огромное количество людей просто включат мозги, просто нормально, здраво посмотрят на раскрученную систему, то есть AdSense нужно еще чуть-чуть раскрутить, привлечь сюда просто еще большее количество пользователей, для того, чтобы она стала более узнаваемой. И в ближайшее время я вас уверяю, что когда вы выйдете на улицу и будете спрашивать, а чем вы пользуетесь, какой поисковой системой вы пользуетесь, люди будут говорить, ну конечно, мы знаем Google, но в AdSense мы видим преимущество, поэтому пользуемся именно этой поисковой системой. Особенно это, конечно, касается бизнесменов, это касается людей, которые хотят что-то продавать через интернет. Именно поэтому, как мы видели на предыдущих слайдах, мы говорим, и компания говорит, что эта система для малого и среднего бизнеса в основном. Те люди, те компании, которые зарабатывают огромные деньги, им все равно, куда платить, им нужно списывать. Деньги, ну, рано или поздно, они тоже сюда придут. И когда компания станет общественной, когда она выйдет на биржу и начнут крупные вкладчики инвестировать, конечно, вся эта информация облетит весь мир. И вспомните мои слова, по телевидению будут говорить, что появился конкурент Google. Вот. Я так думаю, что со звуком все в порядке. На всякий случай, поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы хорошо слышите. Ну, просто на всякий случай, это мало ли что. Я говорю, а меня, может быть, не слышно. Хорошо, вот очень хороший вопрос. Мария говорит, а в чем же смысл заходить? Мария, смысл вот именно в том и заключается, что нам выгодно заходить в AdSense, и сейчас мы с вами об этом будем говорить, где же наша выгода. Почему же выгодно заходить в AdSense? В частности, iCredit мы можем с вами зарабатывать на нашем ротаторе. Когда просматриваем сайты других людей, мы зарабатываем так называемые iCredit. Поэтому, смотрите, глобально происходит вот что. Что когда мы приходим в Google, платим за контекстную рекламу, мы только платим за нее, а в AdSense мы экономим деньги. Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги, вы должны идти в AdSense. То есть вы хотите и продать, и сэкономить. Вот. Ну и еще одно маленькое вступление перед тем, как мы перейдем непосредственно к продуктам. Сделайте AdSense стартовой страничкой. Зайдите на access.com и добавьте нашу поисковую систему в стартовую страницу.
для поиска, и тогда вы поможете Access продвинуться вперед. Это касается партнеров, ну и гостей. Пожалуйста, попробуйте бесплатно. Все это для гостей, это ничего не стоит, так же, как и для партнеров, конечно же. Конечно же. Вот. Что предлагает еще наша компания, это домен, сервис и хостинг. Каждый партнер получает одно доменное имя в пожизненное пользование и никогда за него не будет ничего платить при, конечно, своей нормальной активности и получает огромный хостинг. Хостинг – это то место, которое необходимо для хранения информации, чтобы вообще существовал сайт. И компания сегодня предоставляет рекламные услуги. Это текстовая, баннерная реклама, возможность добавить свой сайт на раскрутку, причем результаты просто потрясающие. Те люди, которые активно это делают, быстро замечают, что сайт продвигается во всех поисковых системах, не только в Access, но и в Google. Поэтому, потому что так устроен интернет и так устроена наша программа, именно наш ротатор, конечно, имеет свои ноу-хау. Поэтому еще раз, вы разместили сайт, вас смотрят партнеры Access или просто люди, которые со стороны зашли попробовать, увидели вас на ротаторе при пробе, просто кликают на вас, а вы продвигаетесь во всем интернете. Ну вот так это работает. Вот. И, конечно, AdMobile – это конструктор мобильных сайтов. Это вообще будущее. В ближайшее время все переходит на мобильное устройство. И мобильное построение сайтов, мобильная реклама, мобильные приложения, мобильный бизнес-каталог – это бизнес будущего. Именно на это компания ориентирована. Поэтому давайте сделаем вывод, подведем итог. Реклама в интернете пользуется не просто большим, а огромнейшим спросом на рынке. Все хотят продавать и желательно через интернет. Реклама – это расходуемый продукт. Любой бизнес нуждается в рекламе, и поэтому постоянно требуется размещать рекламу. Но рекламу еще необходимо постоянно размещать для того, чтобы увеличивать трафик, иначе другие вытесняют тебя с первых мест, и кто-то становится впереди тебя. Ну и реклама – это уникальный продукт для сетевого маркетинга, именно потому что продукт расходный, потому что он дигитальный, то есть не нужно ничего транспортировать по почте. Хорошо, давайте посмотрим теперь на маркетинг-план, вот как Мария спрашивала, почему же нам выгодно сюда заходить, почему мы должны здесь участвовать? Потому что у компании просто уникальный маркетинг-план, и даже не один, а три маркетинг-плана. AdView план – это участие, ежедневное участие в общем товарообороте. Еще раз, ежедневное участие в общем товарообороте компании. Например, в Китае осуществились продажи, а вы заработали большие деньги. Где-нибудь в Америке кто-то что-то купил, а вы заработали деньги. Обратите внимание, даже не в вашей команде. Даже не мы сегодня что-то сделали. Вот это называется AdView-план. Retail Sales Plan – это продажи, и Network Marketing Plan – это то, что распределяется по маркетинг-плану. По маркетинг-плану компании уникальный и просто неповторимый. Нет ничего похожего в интернете в области линейных маркетинг-планов. 70% общего дохода ежедневно распределяется по двум статьям. 35% за глобальное участие, за ваше участие от общего товарооборота компании пропорционально вашим пунктам, пропорционально вашего долевого участия. И 35% в соответствии с маркетинг-планом. Первые 35% от общего участия распределяются следующим образом. Вот представьте себе на секундочку, что вот это все партнеры компании, сегодня более чем 400 тысяч человек во всем мире. Каждый из них ежедневно по маркетинг-плану покупает как минимум на 50% своих доходов, то есть все зарабатывают ежедневно, и как минимум на 50% все осуществляют репокупку. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то 1000 в день зарабатывает, кто-то 500, кто-то может быть 10-20 долларов. Но 50% отправляется вот сюда, в эту общую
в общую кассу. Раз, и плюс новые партнеры, которые приходят, платят, все это приходит сюда, вот в эту кассу, плюс еще один на кто покупает продукт. Значит, создали товарооборот 100% сегодня. Вот. Что произойдет на следующий день? На следующий день вы увидите за вчерашний день, вы увидите следующее, что 35% от этого товарооборота распределяется между всеми партнерами пропорционально их долевого участия. Видите, вот у одного мало пунктов, вы что меньше получите, а у кого-то больше кусок айпоинтов. Айпоинты – это пункты. Поэтому он заработает больше. Поэтому чем больше у вас айпоинтов, пунктов, тем больше ваш доход ежедневно по первому маркетинг-плану. Поэтому наша задача увеличивать этот айпоинт-баланс. Как же его сделать? Очень просто. Мы должны купить рекламный пакет, который включает в себя пункты. Мы делаем ежедневную репокупку и создаем айпоинт-баланс. Если наша команда растет, вы больше зарабатываете, больше отчисляете в айпоинт и ежедневно участвуете в общем товарообороте компании. Вот такой очень простой принцип, над которым Стив Реннер работал 10 лет. Вот. Для того, чтобы, как один из способов увеличить айпоинт баланс, поставить не покупку не на 50%, а на, например, на 60%, или на 70%, или на 80%, или на все 100%. И тогда, конечно, если вы выдержите 3-4, 5-6 месяцев, вы можете очень увеличить ваш айпоинт баланс, и тогда вы будете получать больше денег, причем не важно, с приглашениями или без. Но поскольку Access это, в общем-то, рассчитано на компании, на... То есть если вы никого не приглашаете, вы просто возвращаете ваши деньги, имеете рекламу, ну еще сверху, конечно, зарабатываете, особенно если применяете вот эту стратегию, конечно, вы заработаете гораздо больше. Просто, знаете, Access это компания, которая не рассчитана, что кто-то, знаете, говорит, а вот я могу за месяц вернуть свои деньги и заработать еще гораздо больше. Конечно, можно приглашать других людей, и вы это сделаете, но Access это очень стабильный, знаете, так говорите, стабильный бизнес, где вы, конечно, зарабатываете гораздо больше, и ваши деньги, скажем так, работают гораздо лучше, хотя это не инвестиционная компания, вы всегда покупаете рекламу. Но, участвуя в этой программе, вы зарабатываете, конечно же, гораздо больше денег. Именно поэтому вот Мария спрашивает, почему нужно здесь участвовать? Потому что есть возможность зарабатывать деньги, причем вы знаете, что вы их не потеряете. Вы знаете, что это легальный бизнес, с легальным офисом, с легальным распределением денег. Да, может быть, это не так быстро, как где-то в хайпах. Но когда мы говорим, еще раз обращу ваше внимание, когда мы говорим о хайпах, о каких-то инвестиционных фондах, непонятных, сомнительных, без адресов на сайте, ну, наверное, не нужно там участвовать вообще. Знаете, есть даже стратегии участия в хайпах, вот мы зайдем и быстренько выведем деньги, на практике так не получается. Никто не знает, когда все это, то есть это пирамиды. А мы говорим с вами о легальном бизнесе, о том, где правильно распределяются деньги, а мы должны с вами просто вписаться в эту систему. Если мы вписываемся в систему, мы начинаем зарабатывать гораздо больше, чем купили рекламу. Ну, конечно, у вас очень много рекламы, потому что вы каждый день отправляете часть денег на репокупку, и таким образом, пожалуйста, раскручивайте ваш бизнес, раскручивайте Access, раскручивайте ваш второй, третий, четвертый бизнес. Найдите себе другой бизнес, скажем, где вы можете на автопилоте что-то делать, раскручивайте магазин, что вы хотите делать, это вы решаете, или мы об этом будем говорить еще на наших других занятиях. По второму маркетинг-плану компания предлагает 10 видов дохода. Маркетинг-план линейный. Это значит, что вы можете иметь любое количество людей в первом уровне, если они приглашают людей, и так до бесконечности. Обратите внимание, в линейном плане у нас есть бонус бесконечности, вы можете зарабатывать деньги. 10 видов дохода. Бонус прямых продаж, многоуровневый бонус, лидерский, президентский, инфинити бонус бесконечности, ройки, президентский бонус, бонус быстрого старта, лэптоп бонус для новых партнеров, топ-10 бонус ежемесячный, 10 самых лучших партнеров, тех, кто
добился больше успеха, вбили, конечно, с собой определенную сумму денег, ежемесячные автомобили будут, в зависимости от вашего товарооборота, выполняете, значит, зарабатывать. Давайте коротко посмотрим на таблицу и на карьерный рост. Видите, у нас такие статусы есть. Статус консультант, gold, платина, diamond, blue diamond, black diamond и еще три высших статуса. Для того, чтобы продвигаться по статусам, мы должны что сделать, друзья? Мы должны иметь трех активных партнеров. То есть мы можем иметь любое количество, хоть 10, 20, хоть 100, хоть 1000 партнеров первого уровня, ну как минимум три партнера, которые будут продвигаться по вот этой карьерной лестничке и автоматически толкать вас все выше и выше. Именно поэтому мы говорим, что вообще сетевой маркетинг – это командная работа, и поэтому те люди, которые работают в команде, добиваются гораздо больших успехов, если помогают партнерам разобраться в этом. Конечно же, выгодно зайти сразу на Голда, на 2000 долларов или на 5000 долларов. Китайцы сегодня вообще не говорят о 2000, у них только во всех презентациях пакеты за 5 или 10. Тысяч долларов кто-то скажет, ну ничего себе, я вот вы говорили сколько, 40 минут, и теперь вы говорите, что 2000 долларов. Я вам скажу, что, знаете, Access это большой бизнес. Поэтому, если вы хотите маленький бизнес, ну, значит, нужно, как сказать, ковыряться там в каких-то копеечных проектах, программах, вот, в которых до денег добраться очень и очень сложно. Если вы приходите в Access, вы платите 2000 долларов и начинаете ежедневно получать от товарооборота, пропорционально товарооборота деньги, превышающие других партнеров, зарабатываете щедрые комиссионные по маркетинг-плану, и, конечно, вы можете очень быстро вернуть ваши деньги. То есть я когда зашел, за первые два месяца я забрал все бонусы, выбрал все, что можно было, и топ-бонус получил, и так же, как и все остальные бонусы, выполнил все квалификации и пошел дальше. Поэтому все зависит от каждого из нас, от того, насколько вы правильно передаете информацию. Хорошо, давайте посмотрим. Консультант зарабатывает, видите, он зарабатывает меньше всех, а Голд уже зарабатывает больше и глубже, достает уже до 6 уровня. То есть ваша организация растет, вы что-то делаете, рассказываете, приглашаете на презентации. Вот. И он уже больше зарабатывает. Когда под вас появится всего лишь два консультанта, или скажем так, которые станут голдами, или сразу зайдут два голда, всего лишь навсего два голда под вами зайдут, и вы автоматически переходите на платину. Причем даже не со следующего месяца, раньше было следующее месяце, сегодня, по-моему, вы даже переходите мгновенно, а значит зарабатываете еще больше и глубже. То есть вы уже начинаете зарабатывать 1% седьмого уровня. Потом вы помогаете вашим двум партнерам подняться на уровень платина, один год, и вы становитесь дальним и зарабатываете еще глубже. Еще глубже и больше. Видите, здесь не 2, а 3%. Точно так же, как и все остальные. То есть, если вы поможете дальше, вы станете блюдом. И вот именно нужно поставить перед собой цель создать в вашей организации двух даймондов, одного платину в первом уровне, достичь статуса блюдания, потому что именно с этого уровня начинается инфинити бонус, бонус бесконечности. Это значит, друзья, что абсолютно не важно, в каком уровне у вас люди, хоть в 50-м, хоть в 100-м уровне, вы получаете ежедневно. Обратите внимание, все эти проценты, вот все, что здесь стоит, эти все проценты вы получаете каждый день от вашей организации. В этом заключается очень большое преимущество. Представьте себе, все... Конечно, купили пакеты. Все партнеры осуществляют эту покупку ежедневно, и вы ежедневно получаете эти проценты. Но только блюдаем, получая, начиная со второго, с первого уровня 10, и начиная со всех остальных уровней, со второго и вниз до бесконечности, то есть не только до восьмого уровня, а вот обратите внимание, видите, стрелочка улетает вниз, блюдаем.
Бездомный стих улетает вниз до бесконечности. Вы получаете 1% абсолютно на все покупки, на все покупки в вашей организации. Когда вы поднимаетесь на следующий статус Black Diamond, вы получаете все, что Black Diamond плюс к этому 1% начиная с первого уровня и вниз до бесконечности. Если вы будете дальше продвигаться по карьерной лестнице, вы будете еще получать еще больше денег со всей вашей организации, еще раз подчеркну, до бесконечности. Хоть у вас 15, 20, хоть 50 лет. Я вам хочу сказать, что такого маркетинг-плана вы не найдете нигде. Ни в одной компании нет такого маркетинг-плана, который есть в Access, и это является очень большим преимуществом. Вот отвечая на вопрос Марии, почему сюда нужно заходить, конечно, каждый решает сам, но главное, мы должны видеть преимущество. А преимущество мы видим с вами, что это ежедневная покупка. Для тех, кто не понимает еще раз, другими словами, представьте себе, вот на уровне продуктового бизнеса, знаете, многие люди еще до сих пор очень любят какие-то продуктовые компании, где есть хорошие продукты, может быть, они очень хорошие. Вот, но давайте посмотрим, как часто партнеры в ваших структурах, кто еще до сих пор пользуется продуктовыми компаниями, как часто люди покупают продукты. Ну, все мечтают, ну, хотя бы раз в месяц каждый сделал бы свою закупку, да, ну, хотя бы на 50-100 долларов, хотя бы. И когда я спрашиваю, иногда я спрашиваю у гостей, кто интересуется этим, я спрашиваю, ну, в какой компании вы чем занимаетесь, и как часто вы делаете закупку? Ну, многие люди вообще не понимают, о чем я спрашиваю. Это значит, что люди вообще не понимают, что они делают вообще в сетевом маркетинге. Понимаете? Вот. А что в Access происходит? Ежедневно. Еще раз, ежедневно люди делают упаковку, неважно, они делают на 2 доллара, на 10, на 100, или на 200, или те, кто зарабатывает больше, или на 300, или на 500 долларов, слушайте, каждый день делают упаковку. Там, где есть товарооборот, там есть что делить. А если товарооборота нет, то не делить нечего. В маркетинг-плане товарооборот заложен на автопилоте. Если вы поняли, о чем я говорю, у вас должен проснуться интерес, и вы должны глубже все это понять, задать вопросы вашему спонсору и так далее, для того, чтобы как можно быстрее войти в компанию и начать зарабатывать. Для того, чтобы попасть в клуб учредителей. Если вы зайдете раньше, то у нас есть совершенно отдельный вид дохода по промоушену компании, что в конце года часть денег разделится между всеми, кто выполнил условия. Это совершенно дополнительно. Но главное, что вы будете иметь возможность, получите возможность на трастовом счете, вам будут перечислены деньги, за которые вы сможете купить акции, фактически для вас бесплатно, с большой скидкой еще. То есть компания вам даст деньги, вы купите акции через год, через полтора, может раньше. Посмотрим. И вот об этом нужно думать уже сегодня. То есть кроме всего этого мы еще участвуем в акциях. Я вам скажу, что для тех, кто активно работает, это могут быть очень большие деньги. Поэтому я обращаюсь сейчас к тем партнерам, которые, может быть, недостаточно уделяют внимание Access. Подумайте о том, что в какой-то момент, да не завтра, да это не случится послезавтра, но это случится через год, через год, вы можете обладать каким-то очень большим состоянием. Почему вы так уверены, скажите мне? Ну, потому что очень просто. Если компания нацелена и все делает правильно, акции будут расти в цене. Если вы купите за центы, и чем больше вы купите, тем лучше, еще со скидкой акции вырастут в 50, 100, может быть, в более раз. Это могут быть очень большие деньги. Это могут быть очень большие деньги только в акциях. Я уже не говорю за все остальное. Следующий бонус это автомобильный бонус, если вы создаете определенный товарооборот, начиная со статуса Blue Diamond, вы можете получать ежемесячные деньги, которые приходят к вам на счет, что вы с ними делаете, вы лишаете самостоятельно. Конечно, когда мы говорим о легальности бизнеса, то очень важный вопрос. Я заработал деньги,
спрашивают люди, а смогу ли я их вывести? Система вывода денег настолько в компании налажена, отлично, что еще никогда не было случая, чтобы кто-то вот за все 5 лет все, что положено людям, чтобы люди не могли вывести деньги. Даже когда во время проверки все счета были заморожены, прошел год или полтора года, комиссия разобрала, что все легально, и все замороженные средства стали доступными на вывод, и абсолютно все люди забрали тогда все свои деньги, и сегодня при помощи платежной системы, двух платежных систем, мы выводим деньги, я вам скажу, практически бесплатно. Вывод денег практически бесплатно. Вывод 5000 долларов на банковский счет стоит всего лишь $6. Ну, я считаю, что это просто смешные деньги, мы с вами знаем. Любая интернациональная транзакция предполагает гораздо, гораздо большие расходы. Плюс к этому вы получаете MasterCard, карту Pioneer. Ну, вот, и, пожалуйста, можете по всему миру снимать деньги там, где вы хотите. Сколько же можно зарабатывать, спросите вы, я вот уже в начале презентации сказал, если кто-то не услышал, я еще раз повторюсь, вы можете зарабатывать 50-100 долларов в день, конечно, если строите структуру, вот, можете зарабатывать 500 или 1000 долларов в день. В компании есть люди, которые сегодня зарабатывают 1 000 000 долларов в день, вот эти молодые ребята, молодые китайские ребята, зарабатывают сегодня, там зарабатывают еще в прошлом году 1 000 000 долларов в год вместе с компанией Access, вместе вот именно с тем, о чем мы с вами сегодня говорим, вот с этими продуктами, с этим маркетинг-планом. Есть люди, которые зарабатывают 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов в день. В день. Вот представьте себе, половина этих денег идет на репокупку, люди создают себе просто пожизненную пенсию, потому что у них такое огромное количество айпоинтов, очень большое количество айпоинтов, и всегда, пока компания будет делать прибыль, они всегда будут, то есть они не будут вообще уже больше не работать, ничего не делать. Они все равно будут зарабатывать. Но если они еще что-то делают, то, конечно, они зарабатывают несколько миллионов долларов в год. Понимаете, да? Вот так. Формула успеха в Access очень проста. Три шага. Купи старт-кит за 59.95 стандартовым компании. Купи директорский пакет за 2000 долларов. Лучше сразу купить пакет за 2.59.95 и начни серфинг. То есть начни смотреть сайты других людей, это является условием получения дохода, 25 сайтов вы должны посмотреть, как минимум ежедневно для того, чтобы зарабатывать все доходы. И когда люди говорят, а что мы должны сделать? Я зашел, я купил пакет. Вы можете делать все, что угодно в компании, можете создавать сайты, конструктор сайта, можете делать все, что вы хотите. Можете продавать хостинг, можете, не знаю, продавать сайты, можете продавать рекламу, можете подписывать людей, если кому-то это интересно, очень много возможностей. Но для того, чтобы получать все ваши комиссионные, вы должны всего лишь навсего на ротаторе, я показывал в начале нашей встречи, в середине. Вы должны просто просматривать по 30 секунд 25 сайтов. Это является условием получения дохода. Еще раз, просмотр сайтов – это не заработок, это условие, то есть сам просмотр сайта вам ничего не принесет, он принесет кредит, за который потом вы можете расплачиваться за рекламу, которую вы размещаете в компании. Но это является условием получения дохода. Вот. Ну еще пару слайдов, давайте посмотрим. Как же это нужно сделать? Вы берете рефлинк вашего спонсора, регистрируетесь как консультант и в разделе «Покупка продукта» выбираете пакет за 2059.95 или за 5000 долларов, тогда вам не нужно платить 59.95, вы экономите. Вот мы видим, что же мы покупаем. Мы покупаем совершенно реальный продукт, рекламу в интернете. Почему за больше денег, мы уже говорили, потому что это большой бизнес, у вас много рекламы, вы показываете другим людям, мне тоже интересно. Но главное, что вы покупаете это один раз, а в дальнейшем для вас все бесплатно.
То есть у вас очень много рекламы. То есть вы за эти деньги, вы имеете очень много рекламы. Если вы можете другим людям разобраться, то вы можете дать гораздо больше денег. И самое главное, что вы получаете айпоинты. Причем не только основные 2400, но еще и 2000 бонусных айпоинтов. Всего у вас получается 4400 айпоинтов. Один айпоинт $1, а вы на $2000 получаете 4400 айпоинтов. И вот каждый вот этот айпоинт теперь участвует в ежедневном распределении общего дохода компании каждый день. И теперь нужно этот айпоинт брать как можно быстрее, повышать, мы уже говорили, как это делать. Для того, чтобы добиться успеха, вам нужно, напомню, три серьезных человека первого уровня, вы можете иметь любое количество людей, три серьезных человека, которые поняли, о чем идет речь, о тренировании, все, о чем мы сегодня говорили, все они поняли идею бизнеса, цель компании, каждый из них или вы помогаете им привлечь еще трех людей, и каждый из них точно так же по три человека. Если вы выдержите эту схему до 10 уровня, вы станете просто мультимиллионерами. Потому что каждый человек ежедневно делает репокупку, еще раз напомню вам, каждый день осуществляет репокупку. Ну и в заключение нужно сказать, друзья, что Access Marketing – это компания, которая на сегодняшний день, с моей точки зрения, точно так, как и с точки зрения Сомера, президента, создателя компании, президента Кинцела, это компания, которая создает финансовую защиту любому активному человеку. То есть даже если вы никого не приглашаете, у вас просто будет много рекламы, вы вернете ваши деньги, немножко сверху заработаете, но если мы с вами понимаем, что сетевой маркетинг – это бизнес-приглашение все-таки, то, конечно, создавая команду, еще раз повторюсь, за счет чего это финансовая защищенность и финансовая безопасность, потому что все делают репокупку. Поэтому, если сделаете товарооборот, значит, вы каждый день будете зарабатывать деньги. Больше или малое – это уже, конечно же, каждый решает самостоятельно. Вот. Ну, а наша задача стать интернет-маркетинг-консультантом, чтобы донести до людей преимущества Access по сравнению с Google, чтобы люди пришли именно сюда и здесь экономили деньги. И сейчас, Стив Рынер говорит, что именно сейчас то время, когда нужно заходить в компанию, компания прошла проверку, компания доказала свою легальность, у компании все работает, новый офис в Миннеаполисе, новая команда, новый директор по маркетингу. В самое ближайшее время нас ожидают очень хорошие новости. Вот самая лучшая новость, конечно, это увеличение айпеймента, то есть выплата по вашему долевому участию. Вот. Ну и компания говорит, вместе, только вместе, в команде мы можем изменить этот мир, одному человеку очень трудно. Давайте посмотрим, что происходит в Китае. Обратите внимание. Вот эти все партнеры, видите, они все одели футболки Access. И вот столько людей недавно на прошедшей конференции, это было еще в прошлом году, сегодня, если вы туда приедете, они вообще не найдут, но уже надо стадионы скоро собирать. То есть все эти партнеры зарабатывают с Access, и, конечно, здесь появляются миллионеры и мультимиллионеры. Вот я всегда говорю, чем отличаемся мы с вами от этих людей? Почему они вот так более организованно все это делают, они, может быть, не так много задают вопросов, или понимают, что акционировано, или понимают, что это легальность бизнеса, то есть каждый для себя определяет, конечно, сам. Вот. А наша задача просто понять, что если это легальный бизнес, который всегда с нами, это народная компания, то есть это ваша компания. Поэтому все в наших руках. На последней конференции в Лас-Вегасе миллионерам компании, тем партнерам, которые достигли самого высшего статуса в компании, кроме всех начислений, кроме всех автобонусов, кроме топ-10 бонусов, в конце года компания вручила ключи от Мерседеса Е-класс. Каждому
человеку. Эми получила Эми, Эми Жанка, наш спонсор, китаянка, которая живет в Канаде, мы общаемся, вот, мы видим скайп, мы лично с ней знакомы, потому что встречали. Вот. Эми каждый год получает ключевые ходы. Вот. Когда я был в Миннеаполисе, было сильное движение, Эми говорит, я боюсь, когда положено, что не могу прокатиться. Вот. Я даже ездил в этом Мерседесе, вот, мы ездили в самый крупный шоппинг-молл в Америке, он находится, оказывается, в Миннеаполисе. Вот это целый город, это совершенно отдельная история. Вот, поэтому, друзья, поэтому что можно сказать, вот последняя конференция в Лас-Вегасе, здесь были и наши партнеры. Вот. И, конечно, все это говорит о чем? В первую очередь о легальности. Вот наша группа, наша команда на встрече в Киеве, Стив Реннер приезжал в Киев, это наша команда, это наши участники, те партнеры, которые присутствовали, вот, и лично познакомились с президентом, с руководством компании. Вот. Ну, в заключение буквально два слова. Друзья, мы по большому счету находимся в прелаунче. Компания готовит новую палету продуктов, которые ожидается, что это будет просто бомба на рынке. Для нас с вами это очень большие преимущества. Вот. И кроме текстовой рекламы, кроме баннерной рекламы, у нас будут еще очень много интересных вещей, при помощи которых мы можем и сами зарабатывать деньги, предлагать другим людям зарабатывать. И над этим сегодня в силиконовой долине работает целая команда программистов. Поэтому занимайте места в этом лайнере, который называется «Эксос», и который просто улетает в бесконечность. А наша задача создать бесконечные доходы, чтобы получить вот именно ту самую финансовую независимость и зарабатывать хорошие деньги. Хорошо, друзья, спасибо за внимание. Я сейчас быстро посмотрю ваши вопросы, потому что у меня сейчас будет объявление, поэтому оставайтесь еще одну минутку, я сейчас делаю объявление. Ребята, скажите, карточка «Пионер» в России работает? Конечно, работает. Вы можете снять деньги вообще в любом банкомате мира и даже вот в Беларуси. Елена подсказывает, Беларусь, вы знаете, находится на особом положении во всем этом сообществе, скажем так, включая Америку, но тем не менее в Беларуси все работает. Как организовать на территории России получение доходов из-за рубежа? Прямо, вы просто заказываете карточку и получаете деньги в любом банкомате. Налоги на доход, все налоги вы платите в соответствии с законодательством той страны, в которой вы живете. Вот, поэтому вот. Когда вы стартуете сейчас, я думаю, не обязательно прямо сразу платить налоги, вы можете это сделать тогда, когда посчитаете нужным, когда пойдут доходы, вот и так далее. Вот. Хорошо, друзья. Спасибо всем, спасибо, что были сегодня, и я хочу сделать некое объявление прямо сейчас. Прямо сейчас. В другой комнате. Будет встреча с партнерами от компании. Поэтому у вас есть возможность зайти и послушать последние новости от самой компании. Вот. Это может быть ник из службы поддержки, если вы не проводите, это может быть Эми, может быть Шер, то есть кто-то из компании, может быть Стив Реннер даже. Вот. Но кто-то из них обязательно будет участвовать. Так, ты быстро могу ссылку найти сейчас, одну секунду.